Если что, переспросишь, что бывало. Расслабься. Сейчас будет Стрельцов злиться. Ты все злится, будь пример этим козлам, которые, блядь. А то они там панки какие-то. Ну, я хочу его. А где это ты кофеек намутил? А? Нет. Очень дорого, джентльмен. Значит, пока у нас деление складов в процессе. Дурашка, первый третий. Первый, добрый день. Во-вторых, из слова. Нахождение стрелка в зоне безопасности с патронами в руках, либо патроны лежат на столе, приравнивается к расстрелу на мир. А война? От патрона. Возле птиц. То есть, что имеется в виду? Опасное нарушение, типа передвижение с пальцем на спусковом крючке, если вы не стреляете. Манипуляции с оружием, когда палец на спусковом крючке. Случайный выстрел. Разбиение угла безопасности подлежат дисквалификации стрелка. Теоретически, если вы не согласны, вы можете подать апелляцию. Апелляцию вы будете подавать мне. А я вас предупредил. Еще плюс 100 баксов. Поэтому, имейте правило. Главный в вашем сегодняшнем прохождении матча, это тот судья, с которым мы работаем. Не я, не старший судья, не директор. Судья на рубеже – это тот главный человек, который директора вообще помогает нету. Вам пройти упражнение безопасно и контролирует безопасность. Вот, то есть, если у вас админ вопрос хозяйственный к Виталику, если по Стасу – к Вите, если по судейству – ко мне. Лучше бы у вас их не было, этих вопросов. Значит, по делению складов. Не, я сам. Вот теперь его ответственность. Если вам что-то не нравится, так к нему. Первый склад. Пушкарев, Цыганок, Загурный, Загурная, Замерец, Нагерняк. Начинают упражнение 1-2. То есть номер склада, ну, у вас соответствует первому упражнению. Короткая без штрафа. Больше не меньше. Внимание! Значит, в открытом классе первое место занял Георгий Шарварк. А что, Жора уехал? Нет, у него день рождения. У него сына день рождения. Ну тогда передадим в фонд клуба. Класс стандартный. Третье место занял Алексей Пушкарев. Ура! Надо. Заметим, в тяжелой напряженной борьбе. Да.
Тут вам не это вот. Спасибо. Не как-либо где, не что-либо как. Поздравляю. Спасибо. Да. Второе место в стандартном классе занял Александр Замерец. Дама, у тебя еще один тактический фонарик. Понял, братик, спасибо. Первое место. Совершенно неожиданно, как всегда, Игорь Загурный. Я только не знаю, куда Головёха его цеплять. На КСУ это сложно зацепить. Главное, фонарик отдай, а он дай его цепить. Вон и туда. Тогда обманула. Что, интрига для директора была. Ну да, да. Класс стандарт мануал. Третье место. Зинченко Александр. Сегодня он с семьей, у него тоже там только из Германии приехал, жена его имеет во все, так что соболезную человеку. Да. Второе место. Сергей Стрельцов. Так, вот так. Как? Так, вот так. Так что, это мое. Медальку одели. Так, это Сашкина? Это мое. А тихо, спокойно. Это Санина. Это мое. Лежит. Все. Наденьте на Стрельцова медаль. Ну, и как ни странно, как ни печально для меня, но первое место выиграл вот этот вот директор. Виталий Пешенко. Спасибо. Разница, парни, 1%. Медалями обменяйтесь. Что меняться, я ему его дам. И затянуть потуже. Спасибо, а тебе твое? Мое лежит, у нас все в трюме. Ребята, я вас поздравляю с окончанием. Кого с первым дисквалом, кого с бездисквальным окончанием. Но на самом деле, если правильно вас принято дисквал, он делает только стрелка сильнее. Потому что мы многие приезжали с дисквалами. Виталий привез дисквал чемпионата мира, я привез дисквал с Украино-Европейского. Ну, мы от этого слабее не стали, вы заметили, да? Так что я вам желаю, чтобы дальше мы двигались нормально, планомерно и поступательно. Вот, и пускай нас все боятся. Удачи вам. Да, удачи. Спасибо, что приехали. Так, результаты вы можете посмотреть у Виктора Нагорного. А где ты там? А, стоп! Стоп! Назад! У нас есть сейчас еще же одна категория очень важная. У нас есть боец, который сегодня выполнил огромный объем работы. Такой же, как взрослый, за что ему щиро подяка. Сбаранский Данила, мяг! Сюда, бегу! Вот в твоей винтовке, которая у тебя есть, у тебя будет тактический фонарь, она тебе подяка. Молодец! Парень реально отработал статом на упражнениях, за что я ему респект и увожу. Все, парни, результаты сюда. Так, это стандарт мануал. Это твое, да? Это мое. Держи, пока. Да, да, да. Я еще даже не в конце. Да, конечно. Держится больше. Понял. Спасибо, сделаем. Как вы хорошо пошли. Вы не узнаете. Все, первый путь, все улетели. Вот это мое. А у нас вообще не Всего хорошего. 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 Всего